Здравствуйте, с вами Фаберпик Экстримчик, и в этом видеоролике я хочу вам показать мой второй аккаунт в Clash of Clans, там где у меня ТХ-3 и плюс как качаться. Вначале прокачайте до какого там сборщики, чтобы были нормальные, чтобы могли много добычи получать. Дальше постройте такую базу, но я придумал себе такую, так поскольку, не знаю, ну, просто чисто ТХ и как бы сборщики, хранилища все в середине. Как-то так. Дальше, ну это и так ясно, что надо все прокачать, но это потом нам понадобится, а так что нет. Блин, от крепость клана, вот, ну, прям, ну не хочется тратить, потому что 212 каких-то. Давайте просто лукового натреним. Вот так. И вот так. Блин. Еще не хватает. 10. Ладно. 10. Ладно, пошли в бой. Мало добычи. Очень мало добычи. Нападайте так, но в маленьких ратушах вам главное это добыча. Это не кубки, это добыча. Да блин, почему так всех мало добычи? Это кошмар. Хорошо. Чувствую, я так очень долго буду искать, поэтому я не буду там искать. Зайду я, наверное, сюда. Так и тут и то под 1000 можно сместить. Ха, я так и знал. Бомбочка. Ну ладно. Вот так и все. Вот еще три лука, допустим. Вот сюда для прикола. Вот, готово. 1000 золота и 1500 этого готово. Так, восстановим уже крепость клана. Есть. Дальше зайдем в клан. Зайдем в клан. Клан. Давайте Каспийский груз. Вот только какое. Хорошо, участников минимум там. Это не мой клан, но я там старейшина. Буквально. Сколько там было? По-моему, 30. Ну, хотя бы 33. По-моему, вот это он наш. Нет, это не наш. Это наш? Нет, это не наш. Это наш. Нет, это не наш. Это наш. Это не наш. Это не вообще не наш. Хорошо. Минимум 30. Угу. Хорошо. Минимум 20. А. Выкл. И 30. 30. Опаньки. Так, не этот. Не этот. Не этот. Нет. Не этот. И не этот. И не этот. И не этот. И не этот. Блин, тот сам. И вот этот он, да. Вот мой первый аккаунт. Вот он. Да. Это он. Так, блин, класс. На клан нашел, зато теперь не могу. А, все, нормально. Так, нужно 1000 трофеев. Короче, ладно, просто нажимаем искать кланы. Надо выйти. Нажимаем искать кланы и просто, например. Рашеры, да. Это для нас. Вот. Здание выполнили. Аллах Акбар. Так, ну что, давайте. Еще натренируем луков.
3, 2, 2. Так. Пусть тренится. Так, а мы запустим войско и пойдем опять нападать, но теперь уже на звезды, чтобы получить бонус. Она должна пасть и фармно. Как-то не хочет нападать, когда какие-то нубы. О, вот это фарм. Ну, для этого буквально лазу. Так, ну давайте. Вот чёрт. Чёрт, ты же конхаст угнёт. Да блин, не могу на тут этот попасть. Какого фига он так достает? Все, короче, выиграл на стон. Да не туда. Мечения какие-то тупые или что, я не пойму. Все. На 100%. Изи кратко. Надеюсь, на 100, если хватит. А еще и два за этих два достижения получил. Неплохо. Одна звезда есть уже. Как все быстро это ломается массово. Прикольно. Сейчас уже две звезды будет. Ну. Точнее, три. Что быстрее? ТХ. И это три звезды. Круто. Мы заработали 3 звезды, 24 кубка и довольно для этого уровня ратуши неплохо монеток. Давайте пожертвуем ему. Нет, не пожертвуем. Ха. Ладно. Свой чувак, что есть. Давайте варваров 25. И лучниц 35. Или сколько там? Нет, да, 35. Блин, так же не хочется вот это тратить кристалл, но что ж поделаешь. Давайте, блин, что-нибудь почищаем, не знаю, чтобы было кристалл. Так, и должен нападать. Две звезды. Мало. О, тут нормально, но, блин, ну мортираж. Ну, блин. Обидно. Или напасть. Квартиры ж повыносят, ёлки, ну ладно. Твою же дивизию. Долетит дня. Есть, не долетает. Так. Да не туда вы! Дауны! Вот идиоты. Да, сюда, сюда, сюда идите. Да, есть. Больше золота, больше. Блин, тут еще тележки полные. Буквально. Если они разгромят ИХ, это будет круто. Хотя мало надежды, что они разгромят. Хотя нет, есть, да, возможно, они разгромят ИХ. Даже невозможно, наверняка. Блин, я офигею, если я вынесу его на 3 звезды. Это вообще было бы слишком читерским. Блин, там. Так, варвара почти не осталось. Два варвара. Один варвар. Ноль варвара. Так, луков мочат, конечно, но. Зато две звезды есть и плюс элика намотал. Блин, обидка. Ну ничего. 20 000 золота. И 6 000 чем-то.
Так, по 10 000. Золото никуда девать. Неплохо. Надо вот так. И 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 вот, блин, никак. Все за гемы. Надо же прокачаться, чтобы не быть рашером. Это не рашером, а просто хотя бы. Что там уже написали? Тупой, конечно, клан. Надо будет свой создать. Ой, 4. Хорош. Не хочу тратить. Надо будет статую поставить за 500 этих. Кому эта статуя нужна вообще, я не пойму. Правда, не, вообще не пойму, зачем эта статуя нужна. Давайте вот эту поставим. За 5 ускорим. Давайте вот эту поставим. За 10 ускорим. Давайте вот эту ускорим. Мы остались с пустыми руками, буквально. Надо сделать лучницу. И варвару. Блин, даже на то, чтобы потратить на ускорение, не хватает даже так. Ну, то есть надо передвинуть, надо перестановку базы сделать. И порасчищать. Сундук с гемами. Ту-ду-ду-дун. Блин, надо будет расчистить. В середину ТХ. Дальше хранилище. Хранилище, хранилище. Хранилище. Дальше. Крепость клана. Башня лучниц. Пушка и пушка. И заборчиком. Да, хватило заборчика. У нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Военные лагеря, пожалуй, по сторонам где-нибудь. Плю вот так. И всё. Блин, 600 этого надо купить. Интересно, что такое армия. Можно что-то порвать. Попробуем. Нет. Возможно. Блин, тут просто сборщики полные, ну это ладно.
Да. Вот так. Блин, этот сборщик, я его не заметил. Ёлки-палки. Зачем я туда? Интересно, они завалят? Да, завалят. Да, они к сборщику пошли. Есть, есть. Ура. Разгромят. Поэтому как можно стрелять туда и стрелять вот сюда? Слишком глупо. А то. Минус 4 кубка, зато 1250 эликом. Медали варвара. Ну, спасибо хоть за это. Давайте еще лук поставим. Стоп, 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 блин. Каких лук? Мне нужен кейс. Все, теперь можно ставить. Угу. Поставим. А за 2000 я улучшу сборщик. Нажму вот так, вот так, вот так. Так, так. Блин, обидно. Ну вот, в принципе, вот так мы развиваемся. И, ну, да. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам на сегодня показать. Что ж, всем удачи в игре. Всем пока.